Эрев Шаббат Шалом, Парашат Насо, Хокле Исраэля, Йом Шиши. На пятницу мы закончили Мишнайот и Гмара, трактат Мишнайот, трактат Цахарот, Гмара, трактат Нида. Продолжаем взор, Акадош Парашат Терума, лист 175, страница 1. Иртон Шедвире Тура Лил Нишмат Колен, Ифтер Михалам, Меломар Кель Бен Чини. Асахата Мисер, Уфата Мисер, Уфата Шамаха, Исер Батамар, Ифка Басара, Лариса Бачурова, Татья Бен Рахев, Саради Мат Дамикари, Андрея Батроза. И Иерусалим, чтобы всем раненым и больным Бог дал руфа шлема и мир в Израиле. Говорит Зоар так. Зоар сейчас будет говорить о том, что человек, который молится к нему со слезами, проливает свое сердце со слезами, что Всевышний молится со слезами из-за того, что ему больно, что шхина в Галуте, то шхина вместе с ним, если можно так сказать, мучается. Говорит Зоар так. Тюфтедаху альма'ила лагабеха атар, китхура китюфтедир лагаба денуква. Он говорит, желание высшего мира, то есть мира бины. К этому месту, то есть к миру, к сфере Мархут, это святая шхина, это как желание парня к девушке постоянное. Кад малька аль-габе матронита ашкахла ба-ацивуму. Когда царь заходит к царице и видит ее, что она грустит, что она страдает с человеком, то есть шхина страдает с человеком в его страдании. Кеден кол мади и баат бидаха итмесар. Тогда все, что она хочет, дается ей, чтобы она не мучилась. Ваху барнаш ваги целотала ахдар береканья векуча береху хаис алей. И что получается? Человек, который молится Всевышнему из-за галута шхины, из-за страданий еврейского народа, из-за разрушенного бетамикдаша со слезами, шхина вместе с ним. Всевышний видит шхина, плачет и говорит, это как бы царица, почему ты плачешь? Все, что ты пожелаешь, я дам тебе. Получается, что этот человек, который молится таким образом, его молитва тоже бесследно не проходит. Как мы сказали, если все врата молитвы закрыты, врата молитв со слезами не закрыты. И Всевышний смилствуется над ним. Закаула кеда убарнаш де ушид димин каме куча береху бицлоте. Хвала и счастье такому человеку, говорит, доли такого человека, который проливает свои слезы из-за Всевышнего в своей молитве. И он, кавана у него в своей молитве за страдания шхины, которая страдает вместе с ним. Кегона да бешабата бешабад мандеахи ветаанита бешабад миго царе ахазев ацигу. Точно так же получается. Человек, который постится в шаббат, он ночью увидел плохой сон, допустим, и он решил держать пост в шаббат из-за своего мучения. Он показывает грусть, что во сне он увидел, как будто на его, ему постановили нехорошее постановление. Похороший экзар Аллах, зира бевет дин эльон, что он видит во сне, что на высшем суде решили за него какое-то решение сделали в бедине. Шаббат шалта укреки айла, а в шаббат правит верхние небеса, это сфера бина, а у витхазе бехедва, виу хедва, вехаделе хола. Что это? Сфера, которая показывает радость. Шаббат это радостный день. И нужно виу самех, и он должен радоваться. И должен шаббат радует других. Аху дея тив ацигу бегинди у шальта апикле у барнаш мя у онша адит газар але вехайт мар. Человек, который здесь выходит, он грустит из-за того, что бина, сфера бина сейчас, когда она управляет. Моци адам аху мя онша аху шенигзар алав где шелу ит ацев вехаре ламадну. Что получается? Так как он грустит, его из этого суда, который судили над ним, вытаскивают. Из-за того, что он страдает, чтобы он не мучился, чтобы на шаббат он не грустил. Как говорится в Тейлим, «Солу ларохев баравот бая шмо вильзу лефанав». Объясняет Зоар так. «Солу хаву якар верумуму ляу, дерохев баравот, июхедва вехадел». Микола. «Нехедва вехадел кола». Что это значит? «Восхваляйте солу». То есть, уважайте и восхваляйте того, который является всадником на облаках, скажем, что он
это является радостью, и он радует других. Рикьяльга бе хаюта, и это небеса над живым. Что это колесница для всего? Беяшмо ведай бау аташма да иткелин, что это место включается в имя Всевышнего. Шем юткей бивина. Вилзуле фанав бегиндела ицтерих лахзакаме ацивукама дитмар. Весимху лефанав лифне мипне шело царих лархот лефанав ацув. Кмо шеламанно, поэтому в шаббат человек должен радоваться и не показывать грусть перед Всевышним. Это зор на сегодня. То есть две вещи мы отсюда изучили. Первое, человек, когда молится со слезами, его молитва принимается, так как он молится со слезами, измучается, и шхина вместе с ним, а Бог не хочет, чтобы шхина страдала. И второе, мы сказали, что в шаббат человек должен радоваться и радовать других. И сам шаббат является радостью. Мусар на сегодня, Сефер Хасидим, глава 63, говорит так. «Ваяретам элёха кияни ашем». Бог говорит, и бойся Всевышнего, так как я Бог. Тора говорит, бойся Всевышнего, так как я Бог. Зеу клал гадол шема Тора, аль коль давар шема сула лев, неймар веяретам элёха, амакир махшавотеха, лефиках ию коль двареха лешем шамайн. Это говорит большое правило в Торе. Какое правило? Все, что связано, все мицвот, связанные с сердцем человека, про них написано «И бойся Всевышнего». Почему? Правильно написано «Я Ашем», «Я Всевышний». Написано здесь «И бойся Всевышнего, я твой Бог». Как мы сказали, ненавидь своего ближнего, люби своего ближнего своего, как самого себя. Там тоже написано «Я Ашем, я Всевышний». Кто знает, я его люблю или не люблю? Только я и Всевышний. Только Всевышний знает, что в моем сердце. Поэтому Бог говорит «Веяретам элоэха, ани Ашем». Бойся Всевышнего, я Бог. Я знаю твои мысли в твоем сердце. Поэтому ты не можешь меня обмануть. Все мицвот, связанные с сердцем, заканчиваются «Я Бог». Знаю твои мысли. Векшетисмах, и поэтому все, что человек делает, говорит Сефер Хасидим, должен делать во имя небес. Укшетисмах, беветеха тисмах лишем шамаем. Когда ты радуешься в доме у себя, радуйся во имя небес. Умерив ахер, альтит арев, кима леха ульцаразо. Он говорит, видишь, два человека спорят, не вмешивайся. Зачем, говорит, тебе лезть в их проблемы? Вехен амар альтедабер мидавар шеэйно шелах. Ки бешелах тиске. Он говорит, и также не говори то, что не касается тебя. Когда то, что касается тебя, ты удостоишься. Везе хова гуля ахер ашер яриви мо веэн хавин ла адам шелу бефанав. А ты сейчас за него говоришь. Ты сейчас за него заступаешься или того обвиняешь. А мы сказали, что человека можно оправдать. Можно ли ему что-нибудь подарить и приобрести для него, даже без его присутствия. Но обвинять его или сделать ему плохо, ущерб без его присутствия, человек не имеет права. Эфена Машлумо. Махазик бе озне келев овер умит авер аль рив ловло. Шломо сказал, человек, который лезет не в свой спор, на кого он похож? Он похож на человека, который проходит по улице, и там сидит собака, или стоит собака. Он что, берет, дерет эту собаку за уши. Она спокойно сидела, ты сейчас к ней лезешь, она тебя укусит. Кто виноват? Ты сам виноват. Это мусар на сегодня. Алаха на сегодня, алахот шаббат, глава 9, Рамбам говорит так. Ха офе ки гругерет хаяв. Эхада офе это пат, о амбашель это махал, о это асамиманим, о амхамем это майма коль иньян эхадву. Человек, который сварил на шаббат, нарушил шаббат. Размер – сушеный инжир. Он сварил, он испек, он, неважно, он сварил еду или воду, или он сварил травы как излечение, испек, сварил, согрел, все, что это сделал, нарушил шаббат, если сделал по Торе, если сделал размер больше, чем равный или больше, чем сухой инжир. Шиурам хамем это маим кдейлир хозбаэм эверкатан. Сколько воды должен человек согреть на шаббат, чтобы нарушил шаббат? Достаточно воды, чтобы помыть маленький орган. Что это мизинец у младенца? Сколько там воды надо? Всего ничего. И это не до 100 градусов, а 45 градусов примерно. Уже согрел вот небольшое количество воды, нарушил шаббат по Торе. Если меньше, чем инжир, он нарушил запрет по мудрецам, но... Сейчас согрел уже, оловый гром уже много. Поэтому у нас, у бухарских сейчас, опять, вы поняли, да? Если меньше, запрет по мудрецам. Но и по Торе, то есть он нарушил запрет по Торе тоже. Хаци шиур асур мина Тора. По Торе он нарушил. Но он не нарушил столько, чтобы заслужить за это наказание. Но даже он грамм сделал,
Он нарушил по Торе, не по мудрецам. Теперь у нас, когда человек, Эммануэль, заваривает чай, он нарушает два запрета, не один. Один запрет – зажигать огонь, а второй – варить. Поэтому мы понимаем, о, он же зажег огонь. Сколько он нарушил запрет сварить, чтобы помыть маленький орган человека, понимаете? Но то, что... Огонь горел, он не нарушил. О, если... Нет, если огонь горел, он не нарушил запрет зажигания огня, но запрет варения он нарушил. Понятна разница? Да, дальше. Вишурам машелем самим, где еще юры уинли даварши машлим отанло. А сколько, если он взял вот эту зелень и травы, он их сварил, сколько нужно нарушить? Столько, сколько необходимо, для чего он это использует. Он хочет поставить на ранку или еще что-то. Столько он сварил, достиг своей цели, нарушил шаббат по Торе. Следующая аллаха. Ханотен беца беца да мехам бишвильши титгальгель ве нитгальгеля хая. Авшам машель бе толдата урки машель бе урацмо. У человека стоит плата или стоит у него... Кумкум, самовар. Он взял яйцо и положил рядом с ним, чтобы оно сварилось. И яйцо сварилось на шаббат, нарушил запрет по Торе. Теперь он говорит, я же на огонь его не поставил. Это называется производное от огня. Ответвление от огня. Человек на нем сварил, все равно, что сварил на огне. Но, говорит Рамбан, «Вехена медиах бехамин», и дальше он продолжает, «Вехена медиах бехамин даг малиаха яшан о кульяс аспанин, вегу даг даг». ורח ביותר הרי זה חייב שהדחתן בחמין זה הוא גמר בישולן וכן כל כיוצא בזה. Человек раньше были маленькие ребёшки, которые засаливали, чтобы они не портились. Как их потом кушали? Мыли их в тёплой воде. И как только ты помыл их в тёплой воде, ты их приготовил, ты их сварил. Вот так человек сделал, уже нарушил шаббат. Но мы говорим, обед, если он сваренный, можно. Греть можно. Нет, сухой обед греть можно, варить. Это яйцо было не сварено, а сейчас оно сварилось. И следующий аллаха говорит Рамбам так. Хамавкия это беца бебегет хам, оба хол, ува авак дерахим, шем хамим ипне ашемеш, афаль пише ницлет, патур, шер толдота хама, эйнаке толдота эш. Человек взял и разбил яйцо. У него была одежда или скатерть на солнце. Он взял яйцо или песок, согревшийся на солнце. Он взял яйцо и разбил. И это яйцо сварилось от тепла солнца. Нарушил шаббат или нет? По Торе не нарушил шаббат. Это называется производное от солнца. По Торе шаббат не нарушил. Дальше. Производное от огня, как огонь. Все равно. Производное от огня, как огонь. Производное от солнца нет. Дальше. Шульдат хама и накидло даешь. Аваль... Как мы сказали, что производное от солнца не как производное от огня. Но, говорит Рамбам, «Аваль газу алеэн митне толдата орно хахамим» запретили это делать из-за того, из-за производных от огня. Чтобы не сказать, ну, у меня стоит, например, на улице стоит стеклянный стол. Я взял яйцо, разбил, и от жара солнца она разбилась. Она сварилась. Можно? По Торе можно, но хахамим сказали, не имеешь права, чтобы люди не посмотрели, сказали, если так можно, почему нельзя на огне? От огня. וכן המשל בחמי טבריה וכיוצא בהן פטור. В Твери есть горячие источники, которые кто-то сварил на них, он тоже патур, освобожден. והמשל על האור דבר שהיה ממושל כל צורכו או דבר שאינו צריך בישול, כלל פטור. И человек, который сварил на огне что-то, что уже было сварено, он снова его сварил. Или он сварил на огне то, что не нужно варить, он патур, он освобожден, потому что то, это, не нужно это варить. Это аллахот на сегодня. И мицвот сегодня у нас есть 7 повелительных и 11 запретительных мицвот. Мицва 363 и 364 в Торе. Мицва дасе лешалем, лешалех темиим мина махане, шенимар вешлах мина махане, коль царо вехоль зав вехоль тамель ланафеш. Мицва выслать из стана всех нечистых, если он истекает слизью, или он прокаженный, или он дотронулся до мертвеца. Было 3 стана. Стан Шхины, Стан Леви и Стан Исраэль. Какая самая страшная тума от мертвеца, от истекающего слизью или от прокаженного? От прокаженного. Его выгоняют из всех 3 станов. Дальше. Мицват Лотасе, Шило Явод Тамеля Мигдаш. И запретителя мицва, чтобы этот нечистый в Бета Мигдаш не приходил. Значит, человек, который пришел нечистый в Бета Мигдаш, заслужил карет, не дай бог.
365. מצווה דעשה שאחותי ישו מחת עובית ודרך התאב. לפני השם יתברך שנאמר איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם, חטות האדם, ויתוודו אל חטאתם. У нас мецва второй есть человеку сделать чува, раскаяться и сказать виду, и сказать исповедь. Это мецва одна из 613 мецвод номер 365. 366. Мецва досела асот лесота камишпат. Мецва повелительная сделать процедуру жене, которую муж преревновал. Она называется сота. Мецва 367-368. Мецва лотасе шелолитен шемен бинхат сота. Мецва лотасе шелолитен левона бинхат сота. Теперь эта сота должна была принести корбан. Ее муж должен принести корбан. В этот корбан масло не добавляет. Это одна мицва. И вторая, благовоние в этот корбан не добавляют. Мицва 369, 70, 370, 71, 72 и 73. Мицва лотасе шело иште ханазир яйн. Мицва, что назир, человек, который принял на себя назирут. Сказал, я не буду пить вино и стричься. Не имеет права пить вино, не имеет права кушать виноград, не имеет права кушать кишмиш, не имеет права кушать зерна винограда, не имеет права кушать даже шкурку винограда. Все это для чего? Чтобы отдалить его от греха. Так он взял на себя виноград, все, что связано с виноградом, нельзя ему делать. Мицва 374-375, что логи галеха назир сеаро. Мицва такому назиру, как не пить вино, так не стричь своих волос. И также мицва досеще и галеха назир се аро шенемар. Потом у него повелительная мицва, когда закончится его период назирута, он должен сбрить свои волосы. Мицва 376-377. Мицва досеще ло и канес назир ле оля мед. Назир, который принимает на себя этот обет, он равносилен коэн гадолю. Не имеет святость у него, как у ингадоли, не имеет права ходить на похороны даже своих родителей. Поэтому у него есть запретительная мицва не заходить в шатер, где есть мертвый. И мицва лотасе шело и тамале мет афилу ликровав. И как мы сказали, мицва запретительная, чтобы он не осквернялся мертвецом, даже если это его родственник. Есть у нас миньян. Две минуты, мы сейчас закончим две, еще три мицвы. Мицва 378. מצווה דעשה שהנזיר יגלח ביום טהרתו ויביא קורבן שעל הטומאה יתגלח ויביא קורבנות של טהרה. מצווה הנזיר הוא פסטריצ'סה, בדין כגדאון הצ'יסטילסה. מצווה דעשה שיגלח נזיר שערו שנאמר גלח שיגדל. סיצ'ס, דואטו מצווה 375 בולה מצווה נזירו, סקזלי מי не бриться, и там мицва была отращивать волосы. Срок, если человек просто сказал, что он назир, 30 дней минимум. Сегодня нельзя это говорить, потому что он не может выйти из этого обещания. Он застрял, пока не придет. Потому что, как мицва 378 говорит, мицва ему постричься, побриться и принести курбану. Три курбана должен принести, чтобы освободиться от этого назарейство. Мицва 379. Мицва да сеша, а куаним ебархует Исраэль, шене марко тобархует бене Исраэль, амурла, эми бархашем вехуле. Мицва втори куаним благословлять еврейский народ. Обязанность у них благословлять еврейский народ. И мицва 380. Мицва да се, шиису а куаним это арон бакатев, шене марки абода такодиш, алеем бакатев исау. Мицва для куанев переносить ковчег завета на своих плечах. Поэтому они должны это делать, как написано в Торе. Святая служба у них на своих плечах они должны нести. Баруха Адонай Леола. Амен ве амен. Реби Ханамен Гашомер Рацак, Адон Баруху Адон Козрофик, Ахир Балет, Твошемар, Адонай Хафезаман Ситко, Ягдил Тора, Ве Ядир.